В наше время трудно чем удивить людей, ведь нам доступны все виды развлечений, и мы можем путешествовать в любую точку планеты. Но оказаться на другой планете пока что трудно. Давайте помечтаем и подумаем, что бы мы сделали в первую очередь, если бы оказались на другой планете. Давайте посмотрим, как жители нашего города ответили на этот вопрос. Попытался что-нибудь найти, вдруг там кто-нибудь еще живой остался. Ну, еду найти, и все, больше ничего. Если бы я оказался на другой планете, я бы стал ее исследовать. Искать новые формы жизни и прочее, прочее, прочее. Нашла бы какие-то средства для выживания. Я бы, наверное, там создал свою планету. Еще что? Скажите, если бы вы оказались на другой планете, что бы вы первое самое сделали? Знаю. Атмосферу надо проверить, что там, можно дышать. Нашел кого-нибудь? Чтобы не было скучно. Я бы заскринила это и выложила бы в интернет. Расскажи, если бы ты оказался на другой планете, что бы ты самое первое сделала? Начала что-нибудь сажать. Картошку. Все. Картошку. Обустраиваться. Ну, смотря на какой планете, смотря в каких условиях, но я бы постарался понять, могу ли я там дышать. Вот. И рассчитывал, за какое время меня могут прилететь спасать, потому что выжить я бы даже не пытался. Ну, во-первых, я бы сначала обследовала этот остров и узнав, что это, куда я попала. Не знаю, сфоткался бы, наверное. Я же Эйнштейн. Основал бы лагерь, затем позаботился о еде, о пище, ну, чтобы сохранить свою жизнь, так сказать. Наши земляки не перестают удивлять своими оригинальными ответами на наши самые каверзные вопросы. И этот раз не был исключением. Если бы они оказались на другой планете, они бы сразу же занялись каким-нибудь полезным делом и не зря теряли время. Лишь изредка отрываясь, чтобы посмотреть наши опросы на телеканале «Саратов-24» в утреннем шоу «Автопилот».